Повышение тарифов с 1 июля остается одной из самых обсуждаемых тем. Хотя увеличение в среднем не превышает 5%, некоторые дома стали исключением. Кому и как собираются компенсировать затраты, обсуждали на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. Руководитель республиканской службы по тарифам напомнила, какие услуги и насколько подорожали. Отметив также, что в первом полугодии повышения не было, мы платили по прошлогодним расценкам. Нынешние изменения тарифов не выходят за предельно допустимые рамки, установленные для Чувашии. Если взять семью, которая платила, допустим, около 3000 рублей, то рост 4% – это 120 рублей. По сути, от 100 до 150 рублей будет увеличение ежемесячного платежа. Есть только одно «но». Тарифы на отопление для жителей одно- и двухэтажных многоквартирных домов, построенных до 1999 года, вырастают в разы. По 57 муниципальным образованиям предельный индекс изменения роста размера выносимой гражданам платы за коммунальные услуги с учетом новых введенных нормативов по отоплению составит от 40% до 2 с лишним раза. Проблема в том, что упомянутые дома в большинстве своем относятся к ветхому и аварийному жилью. Общедомовых приборов учета в них нет, а устанавливать слишком дорого. Жильцам этих домов, а это свыше 23 тысяч человек, будут выплачивать субсидии, соответствующие средства уже предусмотрены в бюджете Чувашии. Кстати, превышение предельных показателей ожидается только в отопительный период, поскольку с августа мы переходим на фактическую оплату потребленных услуг. И летом никто не будет требовать с нас денег за тепло, полученное в декабре или марте. Глава Чувашии поручил строго контролировать применение тарифов обслуживающими организациями и поставщиками и проверять каждое обращение жителей. На совещании обсудили также и выполнение бюджета Чувашии за первое полугодие. По оперативным данным, которые привела министр финансов Светлана Янилина, доходы казны составили почти 17 миллиардов 780 миллионов рублей, или 51% от плана. Расходы – 17 миллиардов 739 миллионов рублей, профицит – около 41 миллиона рублей. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.